Продолжает наш фестиваль художественного творчества студентов ГУИР «Студенческая весна 2014», факультет компьютерных систем и сетей. Мой отец рассказывал мне историю, поведанную ему дедом, о том, что человеку надо быть очень осторожным со своими желаниями, о том, что где-то на земле в заточении томится джинн, осужденный за свою жадность. Цепи, сдерживающие его, слабеют с каждой падшей душой. Но я был слишком молод, чтобы верить, и слишком наивен, чтобы бояться. Столетия. Один. Забывший солнечный свет, заклеймённый, заточённый, побеждённый. Побеждённый? Хм. А кто сказал, что сидящий в темнице побеждён? Забытый? Да, именно, забытый всеми. Но я-то вас не забыл. Ты слышишь меня? Мне бы только вырваться из этого захолустья. Свобода! Опьяняющая своей красотой закаты. Вкус сочного спелого яблока. Свобода! Меня всего этого лишили. Но вырвавшись отсюда, я устрою вам незабываемое представление. Приготовьтесь с головой окунуться в сражение за ваши души. Ибо сама ярость спустилась в эти земли. We'll be right back.
А неплохо они придумали, да? С ярмаркой талантов? Ага. Антох, ты посмотри, какая красота! Здесь же, наверное, все кружки и коллективы университета. Ну, наверное, так и было задумано. Показать все, что у нас есть. О, смотри, Марина вернулась. Привет, ребята! А я вас давно искала. Привет. Ладно, голубки, я вас на пару минут покину. Только смотрите, не потеритесь, как и в прошлый раз. Тебе. Стой, так... Пойдем, слушай, проекты посмотрим. Ну. Ребята ж вон стараются, людей зазывают. Пойдем, ну, пойдем. Пойдем. Может, в школу олимпиадников? Не, туда не пойдем. Я там уже была. Пойдем лучше... О, в школу журналистов. Нет, там же статьи писать. А если не понравится? Ну, так надо же стараться, чтобы понравилось. Ну, не знаю. Может, все-таки в школу олимпиадников? Там можно тихонько сидеть, готовиться. Никто тебя не трогает. Ну, нет. Я не знаю. Нет, так неинтересно. Пойдем лучше. Ну, вон, например, вот в школу ведущих. Нет, это ж на сцене выступать. Люди смотрят. Ну, конечно, смотрят. А если я слова забуду? Так... Какая проблема выучить? Ну, блин, я же с 10 класса все слова забывал. Неужели ты не помнишь? А у тебя на каждую фразу 1000 отговорок. Ай, скучный ты. За 3 года я это уже понял. Как бы я желал измениться? Желаниями надо быть осторожным. Очень осторожным. Ребята. Где ты? Сюда. Идемте. Чего сейчас такое? Будет? Что случилось? Инструментальная группа выступать. Thank you.
Марина! Невиданных дивных чудес. Это сказка, восток, все здесь магия, друг. Этих тайн вовек нам не счесть. Коль ты, путник, готов окунуться сполна в этот дивный неведанный край, то сегодня с тобой говорят небеса. Ты готов, открывайся, сезам. Арабская ночь, волшебный восток, здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок. О, дивный восток, о, сказочный край, здесь яд и булат, погибель сулят, смотри, не зевай. Нет, мой друг, моя цель стоит прямо передо мной. Но почему? Понимаешь ли, этот молодой человек загадал желание в момент моего освобождения. И сейчас я обязан его выполнить, чтобы вернуть свои силы. Такие уж правила. Но хватит болтать. Приступим. Вы счастливчик, молодой человек. Что? Да, забыл представиться. В вашем распоряжении персональный джин. Кто, прости? Ах, не верите. Вы всегда не верите. Ну как? Как ты это сделал? Я способен на большее, намного большее. Это лишь небольшая презентация. Я могу исполнить любое ваше желание, все, чего вы только захотите. А цена всего лишь душа. Душа? Ну так, формальность. Душа? Формальность? А зачем человеку душа? Ну, душа... Вот и никто не знает. Поймите, я могу дать вам все, о чем вы только можете пожелать. И для этого нужна всего лишь душа. Но сначала мне надо очертить круг возможностей, не так ли? А вам всего лишь нужно будет потом подойти к моему зеркалу желаний и дотронуться до него и загадать желание. Подожди. Всего лишь. Кто согласится продать свою душу? Души такие наивные. Вы думаете, душа вам нужна? Такие хорошие. Вы всегда стараетесь показать всему миру, насколько вы светлы, такие честные, но живущие в мире, тонущем во лжи, такие чистые, пропагандирующие лучшее и возвышенное. Но на самом деле вы такие. Ты говоришь, что человеческая душа бесценна, что она превыше всего, но у всего есть своя цена. Любую душу можно купить. Для кого-то хватает лишь денег, этих зеленых бумажек, которые ставятся превыше всего. Учеба ради денег, работа ради денег, жизнь ради денег. Кому-то нужна власть, мое любимое желание. Ведь ее никогда не бывает достаточно. И даже самая малая ее крупица способна показать истинную сущность человека. Власть разрывает душу, меняя человека прямо на глазах, проливая свет на самые темные уголки души. И знаешь, что самое приятное?
человек сам с большой охотой позволяет всему этому происходить, погружаясь все больше в мир возможностей и желаний. Тебе этого недостаточно? Твоя душа не стоит этих мелких земных благ? Хорошо. А если я помогу тебе прикоснуться к нечто великому, называемому вами искусством? Я могу дать тебе слово, чтобы одной единственной фразой ты был способен менять умы и сознание людей, приводя их к лучшему и возвышенному. Я могу дать тебе голос, и твои песни останутся для потомков как напоминание, на что способен настоящий талант. Я могу научить тебя двигаться, и твоя хореография будет вне существующих категорий и рамок. А следующая мировая война будет не за воду или нефть, а за места на твоих концертах. Я могу дать тебе вдохновение, чтобы писать картины, способные стать в один ряд с произведениями мировой живописи. Я могу устроить твою карьеру. Google, Яндекс, Apple, IBM. Выбирай сам. А может быть, ты хочешь создать что-то свое? Тогда я могу помочь тебе воздвигнуть компанию, способную затмить своей тенью всех нынешних гигантов. Что? Тебе не хочется и этого? Соглашусь, ты умеешь торговаться. А что, если я смогу предложить тебе нечто большее, на что сам ты не способен? Если я излечу от смертельной болезни дорогого тебе человека, я могу дать безбедную жизнь для детей и внуков, отвести даже саму смерть. Неужели целая, наполненная смыслом и радостью жизнь ваших потомков не ценнее оставшихся вам лет? А может быть, ты сам боишься старухи с косой? Зачем же нужна будет душа, если для тела вечность дана? Так какова же твоя цена? Мне не нужны ни власть, ни деньги. Мне нужна только она. О, любовь, девушка, как я тебя понимаю. И как ее зовут? Марина. О, какое прекрасное имя. Ну что ж, над этим надо немножко подумать. Идем, идем. Может быть, цветок? Нет, спасибо, не надо. Ненавижу цветы. Может быть, мороженое? Нет, спасибо, я не голодна. А оно свежее? Может быть, сыр? Нет, спасибо. Сейчас вообще кто-нибудь любит сыр? Но я вижу печаль в твоих глазах. Расскажи мне все. Я искала Антона, а он говорил с каким-то молодым человеком. Они
сегодня говорили что-то о возможностях, желаниях и о душах. Душах? Вы, возможно, ослышались. Наверное. Я не знаю, зачем я вообще об этом всем вам рассказываю. За 800 лет могли бы и привыкнуть. Мне нужна вся информация, которую только сможете достать. Извините, мне пришлось использовать магию. Это привычно для нас. Что говорил Антону тот молодой человек? Я не знаю, он что-то говорил о том, что может исполнить любое его желание. И цена всего лишь душа. Цена всего лишь душа? Погодите, так это получается правда? К сожалению, да. Но нам надо спасать Антона, пока он не наделал глупостей. Он принял предложение? Он говорил, что ему не нужны ни деньги, ни власть. Ему нужна... Я? Ты любишь его? Я не знаю. Не знаю. Мне нужно знать наверняка. Да, наверное. Да, да, да. Любовь. Как же это прекрасно! Ну что, идем спасать ваше светлое чувство? Любовь! Им всегда нужна любовь! Как мне это надоело! Так, а куда запропастилась моя радость? Ну что, ты согласен с ценой? Я на все согласен. Умница! А теперь иди, я скоро вновь с тобой встречусь. Прекрасно! Просто прекрасно! А вы не растеряли своего опыта? Как так получилось? Я еще достаточно молода, чтобы забирать души этих высокоморальных людей. Я и не сомневался, ваши-то 300 с лишним... Я же просила не упоминать на людях о моем возрасте. Я вот чего не могу понять. Я уже несколько часов как свободен, а моя любимая наместница на этой грешной земле не прислала даже поздравительные открытки. Неужели почта была закрыта на обед? О, вы даже не представляете, какие там очереди. Хватит фамильярностей! Что происходит? Что происходит? Пока кто-то прохлаждался в темнице, я восстанавливала культ с нуля. Или откуда, ты думаешь, взялись эти души, освободившие тебя? Я думаю, что кто-то забыл, кто дал ему эту силу. Не забывай, у кого твоя душа. Я прекрасно знаю. А еще я знаю, что ты не вернешь себе всю силу, пока не исполнишь желание парня. Это же надо было умудриться загадать желание именно в момент вашего освобождения. Это же надо было назначить своей наместницей такую смышленую и корыстную особу. Так что с желанием? Так теперь тебе нужна помощь. Ты жива только пока польза от тебя приносит больше пользы, чем вред, приносимый тобой. Что с желанием? Джин не может дать истинной любви, но почему бы нам не изменить желание парня? Изменить желание? Это что-то новое. Ты пропустил пару столетий. Ты когда-нибудь сама такое делала? Да, и могу показать. Только мне нужна пару минут. Хорошо, идем. Ты что, и на такое способен?
Конечно, это всего лишь арбуз. Погоди, но ты же мне так и не сказал, кто ты. Ты действительно хочешь знать? Ну, да, конечно. Нас называли по-разному. Кто-то называл нас магами, кто-то шарлатанами, кто-то вообще не верил в наше существование. Но мы привыкли называть себя джиннами. Да, именно джиннами. И мы можем дать людям все, кроме того, что они хотят на самом деле. Но почему? Да потому что вы сами не знаете, чего вы хотите. Вы просите богатства, когда вам нужна любовь и поддержка. Вы просите славы и власти, когда все, что вам нужно, это одобрение. В конечном счете, все сводится к чувствам, которые джинн не может дать. Погоди, но тот второй джинн говорил... Вот именно. Он всего лишь дает иллюзию того, что человек хочет на самом деле. И забирает душу. А без души никак? Человеку нет. Душа — это суть ваших эмоций, ваших стремлений, без которых вы уже жалкие марионетки. А сколько душ уже ты забрал? Это не обязательно. Наша суть заключается в том, что мы можем исполнять и должны исполнять желания людей просто так. Но для чего тогда второму джинну душа? Это его личная прихоть. Он сам захотел наказать людей за их жадность. А еще они дают ему силу. А что дает силу тебе? Яблоки. В них очень много витаминов. Ну что, идем? Блин, куда? Куда она опять запропастилась? А, нет, это не она. Ты где пропадал? О, Антон! Ему нельзя это видеть. Слушай, а я составил для тебя небольшую развлекательную программу. Решил, так сказать, еще раз очертить весь круг возможностей. Ты готов? Идем, не спрашивай, идем. Зупинитися вчасно, все ясно. Зі мною тебе і назавжди пізно не йди, не йди від мене. Вам рапта буді вам дай, я налію собі, я налію тобі вина. А хочеш із медом? Ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ідуть за собою. Хто ти є і ким би не була ти? Без бою. Що ж ти я не змогла зупинити себе тебе сьогодні. Сьогодні так дує без тебе, сумую, сумую без тебе, накинчусь на себе. Чи з медом?
хочуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є і ким би не була ти. Я не стався без бою, я не стався без бою. Собі я налію тобі вина, а хочеш із медом, а хочеш із медом. Хто ти є, ти сяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть з мене, ідуть за собою. Хто ти є і би не була ти, я не стався без бою, я не стався без бою, я не стався без бою, я не стався без бою. Марин, что происходит? Это все правда? Ты о чем? Я слышал ваши разговоры. Я видел, что он делал. Пожалуйста, чем я могу помочь? Пожалуйста, не лезь, это не твое дело. Мы сами во всем разберемся. Иди, пожалуйста. Господин, мы должны торопиться. Парень почти сдался. У тебя есть план? Нам нужно показать парню. Нам нужно убедить парня. Нам нужно, чтобы парень передумал. Да, наверное. И нужно показать ему как. Нужно показать ему, что он все сможет сделать сам. Да. Нет. Что? Что нужно людям сейчас? Как мы их можем... Да. Развлечь. Да, у меня есть план! У меня есть план, но почему? Почему это всегда должен быть я? Почему? Первое, что вы должны запомнить, ни в коем случае не прикасайтесь к зеркалу. Нам нужно отвлечь людей. Песни? Нет. Танцы? Тоже нет. Да, нам нужно что-то другое. Нам нужен юмор. Люди любят веселиться. Ты сможешь что-нибудь организовать? Да. Хорошо, ты знаешь, что делать. Идем. Ну как тебе? Шикарное представление. О, да, шоу-балет был просто невообразимым. А какие девушки там танцевали? А как тебе тот званый ужин, на котором мы были потом? Как, кстати, пирожные? Ты их попробовал? Мимо них никто не проходил. О, это ты еще не пробовал гуся, которого подают в одном из лучших ресторанов Лондона. Ну что, готов продолжать? Лондона? Сомнения. Если ты еще не вошел во вкус, то наш путь лежит к берегам Шатель-Араба. Там такой вид... Никакой Париж не сравнится. Подожди, вот я не понимаю. Ты же джин, ты можешь каждый день наслаждаться своей жизнью. О, я буду наслаждаться. Я уже наслаждаюсь. Нет, я не об этом. Вот ты показывал столько удивительных мест, вещей, людей. Но самое лучшее — это что-то простое, родное. Вот ты когда-нибудь смеялся вот от души, по-настоящему?
А мне нравится ход твоих мыслей. Хотите элегантного шоу? Любой каприз за ваши души. Идем, идем. Кирвумба, кирхаха. Ну что, ребята, надо народ веселить. Какие есть вообще идеи? Короче, есть одна идейка, слушайте меня. Я, короче, сейчас такой отхожу, по диагонали сцены делаю, короче, сальто. В конце спрыгиваю, падаю на шпагат. Потом такое сексуальное падебуре. Батман тандю, подмигаю девчонке сексуально с первого ряда. Потом запрыгиваю на сцену, там делаю еще таких два сногсшибательных вертухана и объявляю вас. Слушай, Вадим, а ты, короче, справишься вообще? Ну да, справлюсь я, это 100 раз делал. Ну давай, Вадимка, объявляй. Фух. Ну, с Богом. Девчушечка. Случай в зоопарке. Красавчик, Вадим. Я знаю, что вы не обезьяны. Откуда такая информация? Вам повесточка из военкомата! United. Divided. На, представьте, японский Чиполлино. United. Divided. Ну а пока ребята думают следующую миниатюру, мы переместимся в средневековье. Кто-нибудь помогите мне! Я король Артур! Я помогу тебе! Отойди! Я сделаю это! А знаешь почему? Потому что я... Кто? Артур Пирожков! А знаете, 73-летний Сергей Зверев не верит в совпадение. United. Divided. Представьте, случай на уроке. Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня на уроке биологии. На вопрос, когда открыли ДНК, ответит мой любимый Ботанов. Ботанов, давай, давай. ДНК было открыто в 1860... Молодец, Ботанов, садись здесь. Кравченко, а что ты там смеешься? Ну-ка, повтори, что сказал Ботанов, что? ДНК было открыто в 1980. Ясно, Кравченко, все, садись. Ребята, записываем тему урока. Так, не толкайся. Все, граница. Это кто? Пограничник. А это собака. Хам-хам-хам-хам. Слышь, Тёма, а давай приколимся. Давай. Марья Ивановна, Тёма позвоночник достал. Так, всё, вы мне надоели. Последняя парта встала и ушла. United. Divided. Случай на улице. Девушка, а можно с вами познакомиться, девушка? Так и я не девушка, так и я еврей. Представьте, вечер, парк, лавочка. Гули-гули-гули-гули. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Слышь, малая, Сэмки будешь, а? United. Divided. Зачастую в фильмах проскакивает неявная реклама, и не исключением стал один из таких проплаченных фильмов в жанре вестерн.
Вот мы и встретились, быстрый Дав. Быстрый Джо. Ты думаешь, ты быстр? Но ты не быстрее больного койота. Да я настолько быстр, что споймаю твою пулю своими зубами. Да? Давай еще раз. С ароматом нового крема для лица, Дав. Ты играешь не по правилам. Да, я играю не по правилам. Что это было? А, это перекати поле, идущее с весенним ветром. Таким же освежающим, как новый крем мыло Дав. Ну что, на три шага? На три шага. А ты хитрец ты. Хитрец я. Ну что же ты смотришь? Стреляй, тряпка. Ну давай же, стреляй. Ну. У тебя такая нежная кожа лица. У тебя такая нежная рука. Ты тоже пользуешься Дав? Только Дав на четверть состоит из увлажняющего крема, который помогает укрепить структуру вашей кожи, позволяя полностью раскрыть ее красоту. А теперь представим пьяная корова. Прогоняем алкоголь. United. Divided. Блондинка-суицидница. Я сейчас вышибу себе мозги и умру. Ой. United. Divided. Представьте расстрел. Ага! Я тебе сейчас как агакнул, пошел давай. United. Divided. Николай Басков в пустыне. Воды! Воды мне! Я спасу вас! Спасибо! Спасибо! Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая, дух которым... У подъезда. Гопник в Арктике. United. Divided. Добрый день, и мы рады представить вам новое обтягивающее маску для лица. И сейчас мы продемонстрируем этот уникальный обтягивающий эффект. Вы готовы? А какая разница? Вот видите, как эта маска плотно обтягивает лицо. Совсем другое дело. И все морщины позади. Чпонь! Divided. На передаче «Жди меня». Валера, дорогой Валер, ты где, Валера, миленький Валера? Валер, ты где, Валерочка? Молодой человек, вы кого-то ищете? Антона. Валера, Валер, дорогой Валер, ты где, Валер, милый Валера? Молодой человек, а при чем здесь Антон? Антон, где Валера? Валер, милый Валер, дорогой Валера! United. Случай на посту.
tell me where to go, tell me what to do. I'll be right there. United. Divided. Случай на дискотеке. О, ребят, смотрите, какая там фифочка. О, так это же наша Машка. Слушай, Леха, у тебя же как раз девчонки нет. Подойди да познакомься. Ай, ну а что я ей скажу? Я ей она мне ну я не знаю. Ну я не знаю, ну подойди к ней и спроси, который час? Без 15:02. Да ты у нее спроси. Слышь, девчонка, не подскажешь, который час? Без 15:02. Я ж говорил, без 15:02. Я не знаю, ну точно, короче, подойди к ней и скажи. Ты мне нравишься. Ты мне тоже. Дурак, да ты к ней подойди и скажи это. Слышь, девчонка, я тебе нравлюсь. Молодой человек, вы в своем уме? Слышь, а ты стоишь чего? Посоветуй другу хоть что-нибудь. А мне мама сказала, что если я буду себя хорошо вести, она мне имя придумает. Слушай, Лех, может, у тебя деньги есть, сводить ее куда-нибудь? Слышь, девчонка, у тебя деньги есть, сходить куда-нибудь? Молодой человек, у вас все дома. Точно, Леха! Это твой звездный час. Переключи и веди ее к себе домой. У тебя же как раз дома никого нет. Девчонка, это мой звездный час. Переключи и иди домой. Дурак! Дура! Да догоняю! Да беги ты уже! United. Divided. Вадим, ну, ты вообще вначале зажег, конечно, да? Все было круто. Вот, ну, короче, я так подумал, давай в конце, ну, мы все вместе. Ну, там эти все акробатические трюки там твои, давай повторим. Может, не надо, я как бы вроде и так зал зажег там. Да не, пацаны, вы готовы? Да, без проблем, мы все сделаем. Ну, все, давайте, давайте. А, ну, ладно. Чики-чики. Оп, ага, так, чики. Так, ца-ца-ца-ца-ца-ца. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. United. Divided. Стул, стул. Молодцы. Молодцы. Вы красавцы, свободны. Красавцы, просто молодцы. Что это? Батон. Обычный батон? С сыром. Как ты мне надоел со своими дурачествами. А ты думаешь, за 300 лет от скуки я и не такое начну делать? От скуки? И это ты мне говоришь про скуку? Как долго я ждал этого момента. Братец. Ну здравствуй, брат. Ты не одумаешься? О, я много, очень много думал. Ты же знаешь, чем все это закончится? Я знаю. Ты будешь драться? Я не буду драться с тобой опять. О, тогда это намного упрощает все дело. Вон мое зеркало, там моя темница, я закрою. А ты восстановил свои силы. Я смотрю, ты тоже времени даром не терял. Ты же понимаешь, что это не закончится. Мир на это уже никогда не закончится. Thank you.
still my heart, I'm only a moment away. And I will walk once again, see your face again, and I hear every word you'd have to say. Зачем? Зачем ты продолжаешь цепляться за этих людей? Что ты в них такого нашел? Ты думаешь, они слабы? Я уверен в этом. Они жалки. Зачем? Зачем ты делаешь все это? Я же этого не хотел! Тогда это... моя победа. Ты помнишь это? Помнишь? Я помню. У меня оно тоже осталось. О, время! Все несется мимо! Мелькают весны, медлят зимы. Все мчится на крылах твоих. Гоня к могиле всех живых. Меня ты наделила время судьбой нелегкою, а все ж гораздо легче жизни бремя, когда один его несешь. Я тяжкой доли не пугаюсь. С тех пор, как обрели покой все те, чье сердце надрываясь, делил об горести со мной. Да будет мир и радость с ними, а ты рази меня и бей. Что дашь ты мне и что отнимешь? Лишь годы, полные скорбей. Удел мучительный смягчает, твоей жестокой власти гнет. Одни счастливцы замечают, как скоротечен твой полет. Пусть быстротечности сознания над нами тучей висит, оно темнит весны сияние, но сумрак ночи не темнит. Как не темно и скорбно было вокруг меня мой ум и взор. Ласкало дальнее светило стихии тьмы наперекор. Но луч погас, и время стало пустым мельканьем дней и лет. Я только роль твержу устала, в которой смысла больше нет. На заключительную сцену и ты не в силах изменить. Лишь тех, кто придет нам на замену, ты будешь мучить и казнить. И не страшай жестокой кары, с усмешкой гнев предвижу твой, когда обрушишь ты удары на хладный камень гробовой.
что я наделал? Теперь ты доволен? Ты ведь добился, чего хотел. Я уничтожил собственного брата ради цели. Теперь меня ничего не останавливает. Что с парнем? Я не буду этого делать. Почему? Я знаю, что такое истинная любовь. Я устала быть одна. Я хочу любить. Любовь? Тогда выбирай. Власть или любовь? Что значит «выбирай»? А ты думал, я тебя оставлю в покое после такого? Но... Мне надоело думать об этом и ждать. 5 минут. Выбирай. Crumble, we will stand tall.
Я знал, что ты сделаешь правильный выбор. Молодец. Я помню, кто меня всему научил и кто мне все дал. Я больше не предам тебя. Я буду тебе верной слугой, господин. Слушаю и повинуюсь. Сделано, я не боюсь. Позови меня, и я пойдусь. Фантазии мои не остановить. Помогу тебе обо всем забыть. Я могу быть сладкой, словно мед, и могу холодной быть, словно лед. Желания исполню все твои. Ты будешь молиться такой любви. Все будет так, как ты захочешь. Все будет так, как пожелаешь. Я слушаю и повинуюсь. Я слушаю и повинуюсь. Все будет так, как ты захочешь. Все будет так, как пожелаешь. Я слушаю и повинуюсь. Я слушаю и повинуюсь. Как же это все печально! Ну что, облажалась, девчонка? Думала, я не замечу твою жалкую приворотную магию. И что ты будешь сейчас делать? Что? Ты хочешь к ним, на их сторону? Ну так иди. Не можешь или не хочешь? Ты же знаешь, что даже самая малая крупица власти приятнее любви. Мне надоело все это. Я хочу поговорить с ним наедине. Быстрее, быстрее! Скажи мне, ты действительно готов отказаться от всего, что я могу тебе дать ради какой-то любви? Мы это с тобой уже обсуждали. И ради кого? Ради той, для кого ты целых 3 года был пустым местом? Посмотри, здесь нет никого. Ты один, ты был один и будешь один. Я могу дать тебе настоящий шанс. Что же ты молчишь? Мне не нужна твоя помощь! Я был в самых темных уголках твоей души. Я знаю, чего ты желаешь. Хватит быть тем, кем ты являлся. Ты должен взять свою жизнь в свои руки. Жить для себя, а не ради кого-то. Сделай уже этот один шаг. Загадай одно желание. Я тот, кто был с тобой все время. Я тот, кто тебя никогда не обманывал. Они все разбежались. Загадай желание. Это твой выход. Сделай это! Загадай желание. Загадай! Такие предсказуемые. Ну что ж. Не делай этого, пожалуйста. Не слушай его. Это же только ты. Ты такой ты есть. Зачем я это сделал? Послушай, тебе не нужны желания. Ты сам можешь все. Тебе не нужен он. Ты сам способен на все! И ты веришь им? Да. Мне не нужна твоя помощь! Оставь нас в покое! Это твое окончательное решение? Да! Ну что ж, поздравляю. Ваша любовь победила. Мой
подарок для возлюбленных. Но! Ты же дотронулся до зеркала. Я ничего не произносил. А я не говорил, что желание нужно произносить. Его нужно было загадать. А твоя душа так желала перемен. Что ж, в такой маске это будет хорошее дополнение к моей коллекции. Увидите его. Ну что вы стоите? Брысь отсюда! Наслаждайтесь своим выбором. Наивная особа, неужели ты действительно полагала, что я позволю тебе испортить всю кропотливую работу, которую я провел со знанием твоего молодого человека? Зачем? Зачем ты хочешь нас уничтожить? Уничтожить? Что за глупые стереотипы? Я хочу веселиться! Посмотри на этот современный мир. Это же настоящая площадка наслаждения для таких, как я. Кто же ты есть? Я сама суть вашей никчемной натуры. Я зеркало, отражающее самые темные уголки ваших душ. И как ты хотела со мной справиться, а? Что? Я жажда, терзающая ваши души. Я сам голод, пожирающий вас изнутри. Вы раздали договора, что я вам давал? Отлично. Приступайте к следующему этапу. Осталось только найти помощника моего молодого брата, и совсем будет покончено. Успокойся. Посмотрим, что здесь есть. Желание, 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 желание! Я могу дать вам все, чего вы только захотите. Я могу позволить вам взять собственную жизнь в свои руки. Скажите, кто из вас хотел добиться успеха в карьере? Кто хотел работать в IBM или Apple? Не стесняйтесь, поднимите руки. Ну, кто хотел? Раз, два,
А кто хотел отдохнуть где-нибудь на берегу океана, в собственном домике, собственной машиной, поднимите руки! Вы хотите этого? Вы хотите этого? Вы этого желаете? Не слушай его, не слушай. Мы должны держаться до конца. Да что мы вообще можем? Желание. Мы должны загадать желание, чтобы он лишился силы. Желание? Но ведь его брат говорил ни в коем случае не прикасаться к зеркалу. Он говорил только в крайних случаях. Оглянись. Марина! Я желаю, чтобы ты никогда больше не исполнял ничьих желаний. Что ты творишь? Одумайся! Желаю! Да ладно! Вы думаете, у вас хватит сил, чтобы справиться со мной? Нужно нечто большее. Ты? Но как? Твоя власть слишком опьянила тебя! Ты ищешь в людях только плохое! Но ты не можешь забрать у них надежду! Единственное, что ты не можешь запретить им — думать! Ты зеркало их темной души! А я зеркало их света. Прости, но я здесь не философствовать. Не наше смей время, этого. Наше время ушло. Пора уходить, брат. Они сами могут решать свою судьбу. Они ушли. Антон! И что теперь? Мы победили, джиннов больше нет. Мы можем обойтись без них, но Светло отдал жизнь, чтобы мы это поняли. Мы сами способны вершить свою судьбу. Все в наших руках. Желания, возможности, не деньги и власть дают их, а поддержка и любовь. Мы сами можем выбирать свой путь и направлять друзей. Вы сами можете найти истинную любовь. Что же теперь? Нет ни джиннов, ни желаний. Мы победили! Мы победили! Мы победили! С небес рухай далей, вздолж дорог и мши. Не чуя слез, не спыняй рух, мороз ночи. Ты не один, сука, тих все мы. Замя не дрымайся, я не дам упасть. Калина в отпрыжках ранее я буду до конца. Все ровно, что будет в пути, мы сможем все найти. Разом наперед, мы первым может и струнуем все на все. Полсвета обыдем, нас поднимают. Вера и мара, не парно слухать ты. Кто будешь ходить нам, я сравню это. Как моя мета, и хоть я на жду. Вот стою под зорным небом я, притянение не я поняла. На душу сдается я летать, здесь не умары, уже все видать. Ты не один, супротив все мы, замяни.
ошибся я, не дам упасть. Калина в отпрыжках, кахание я буду до конца. Все ровно, что будет в пути, мы сможем все найти. Разом на перад, мы первоможцы, сруйнуем стены все, полсвета обыдем. Нас подымают вера и мара, не варто слухать ты, кто будет шкодить нам. Я сравню это, лет моя мета, и пусть я на уже жду. Мы первоможцы, мы первоможцы. Разом на перах, мы первоможцы, трудуем все друзья, пол света обыдем. Нас поднимают вера и мара, не варто слухать ты, кто будешь ходить нам. Я забью это, вверх моя мета, и пусть я на жду. Мы первоможцы. Они хотели любви и получили ее. Мой брат хотел покоя и получил его. Я хотел свободы. У каждого есть своя стоимость. А какова твоя цена? Ha 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 ha